верхняя Пышма. Мы приехали к вам с нашими подарками, с нашим концертом. Просим вас принять нас с удовольствием, потому что мы очень будем стараться для вас. Ушли в историю года, цари менялись и народы, но время смутное, невзгоды, Русь не забудет никогда. На сцене вокальный ансамбль «Ассоль». Песня «Плачет белая береза». Руководитель Людмила Геннадьевна Плотникова. Thank you.
Солдат на дозі!
у вас уже здесь в гостях. Мы бесконечно приезжаем к вам в преддверии разных праздников. Сегодня красная дата, посвященная Афганистану, вывода войск из этой страны. Мы с вами находимся на пороге замечательного праздника «День защитника Отечества». И, конечно же, мы не забываем праздник «Международный женский день» 8 марта. Следующий блок мы посвящаем женщинам. Женщинам, которые сражались на полях войны. Женщинам-труженицам тыла. Все для вас, дорогие дамы. Ты женщина, ты книга среди книг. Ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов избыток. В его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты вечная весна. Ты вечное земное обновление, всегда в делах, в труде, достойна ты любви и уважения. Ты женщина. На сцене вокальный ансамбль «Ассоль», а именно руководитель этого ансамбля Людмила Плотникова. Военных летчицах из кинофильма «В небе ночные ведьмы». Thank you.
Думаю,
вспоминает старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Замечательная песня «Ах, эти тучи в голубом». На сцене была Людмила Геннадьевна, руководитель нашего вокального ансамбля, и двое замечательных детей. Спицына Мария и Захаров Шамиль. Давайте им еще раз поаплодируем. Спасибо большое. Вы знаете, я уже вам сказала, что мы приехали к вам из Верхней Пышмы, школа номер один. Наша школа славится большими традициями. Нашей школе уже более 80 лет. Вы знаете, у нас есть в школе поисковый отряд. Не одну судьбу мы подняли. Уже более 15 лет мы выезжаем на вахту памяти. А в нашей школе есть и вокальная студия, и, как вы видите, уже танцевальная студия. А с театральной студией мы с вами вас еще познакомим. Но вот слова, которые мои прозвучат дальше, я хочу адресовать воинам-мужчинам. Я славлю вас, отечество сыны. Вы своей жизнью славу заслужили, отдали жизнь, чтоб не было войны, и чтоб сыны и внуки ваши жили, защитники отечества своих. За родину погибших будем славить, мы не забудем этот подвиг их и не дадим Русь убивать и грабить. На сцене вокальная студия «Ассоль» с поздравлениями для вас, уважаемые друзья. А после войны была мирная жизнь, и на площадке городского парка, конечно, заиграли вновь духовые оркестры. В городском саду играет. Красивый
думал сам, что встречу я тебя. Спасибо. И сейчас мы хотели бы, чтобы вместе с нами пел весь зал, потому что эта песня, наверное, самая народная из всех военных песен. Катюша. Вы знаете, в истории нашей замечательной страны есть такое понятие «дети войны». И сколько выпало доль бед, страданий, мучений именно на детей войны. И в следующие строки я бы хотела обратить именно к вам, уважаемые дети войны. Дети войны, и веет холодом. Дети войны, и пахнет голодом. Дети войны и дыбом волосы, на челках детских седые волосы. Земля омыта слезами детскими, детьми советскими и несоветскими. Какая разница, где был под немцами, Дахау, Лидице или Освенцами? Их кровь алеет на плацах маками, трава поникли, где дети плакали. Дети войны. Боль отчаянная, и сколько ж надо им минут молчания. Дорогие друзья, я вашему вниманию предлагаю отрывок из произведения «Апрель 45-го», который расскажет весь ужас войны в глазах детей. Руководитель театральной студии, которая представит вам сейчас этот отрывок, Наталья Викторовна Резникова. Итак, на сцене «Апрель 45-го». Был апрель 45-го года.
До победы оставалось всего 26 дней. Всего 26. Но их нужно было еще прожить. Ожесточенные бои шли по всей территории фашистской Германии. История, о которой я хочу рассказать, произошла в небольшом городе Котбусе, на окраине которого был расположен интернациональный детский концентрационный лагерь Грюнберг. Лагерь был закрыт от города небольшим леском, отчего и получил свое название Грюнберг. Зеленый лес. Советские войска находились на подступах к городу, и поэтому немецкое командование решило полностью ликвидировать лагерь вместе с находившимися в нем детьми. Но этот страшный план осуществить не удалось. В один из ночных налетов американский бомбардировщик, видимо, по ошибке в расчетах, сбросил бомбы не на военный объект, а на лагерь. Лагерь почти полностью был уничтожен. Но многие дети остались живы. Они прятались в развалинах города по подвалу.
медикамент. Если нет медикамент, Лиз умрет. Да он сказал, что не будет. Он сказал, что она умрет. Да почему все так несправедливо? Вырваться из плена, выжить и умереть здесь, в этом сыром подвале. За пару дней до прихода наша. Олег, вы должны помочь. Должны? Но как? Thank you.
вышли. Ведь еще светло. К нам попала девочка. Она говорит, что фашист обходит все подвалы в домах. И всех расстреливают. Всех. Даже своих немцев. За то, что те не хотят воевать. Вот гады! Был бы у меня автомат! Я бы всем показал! А в вашем-то подвале еще кто-нибудь есть? Да черт его знает! Дом такой громадный! Вы лучше сами отсюда выбирались. Ночью мы пытаемся уйти из города. Где мое место? А пока нужно подключить всех. Да? Можно. Ладно, мы пошли. Удачи вам. Что-то случилось? Случилось! Ты что, совсем бестолковый, что ли? Здесь скоро фрицы будут. Ну, что-то случилось? Капут нам случился, вот и все. Ну, а что ты на меня-то смотришь? Убираться нам отсюда надо. Олег, почему Рыжий кричит? Что будет делать? Нет. Вам надо уходить. Свободно, вам занято. Надо покидать город. Мы не можем идти. Мы останемся здесь. Получится, Олег. Мы будем кто еще прятать. Здесь не спрячешься. Значит так, Рыжий, гори свет и уходите. А ты? Я остаюсь. Постараемся добраться ночью. Тоже Олег, ты что, не понимаешь? Решил за каких-то американцев на тот свет отправиться? А? Все за, да? Они ведь такие же буржуи, как фашисты. Америка, но фашист. Америка, вы из Гитлера. Твое слово вообще последнее. Иди, Рыжий, бери свет и уходи. Вот, свет. Пошли. Никуда я не пойду. Я останусь с ребятами. Лизе нужна помощь. Это только фашисты бросают своих. Ты меня фашистом называешь? Да я тебе за такие слова знаю, что сделал. Иди, Рыжий! Уходи! Каждый поступает так, как считает правильным. Ну и черт с вами! Вот я уйду. А вы оставайтесь со своими американцами.
немцы. Они уже в соседнем доме. Нужно скорее уходить отсюда. Света, где Олег? Они ушли за лекарствами. Они идут к нашему дому. Нам не успели. Зачем ты вернулся, рыжий? Я же не фашист какой-нибудь. Цветами поезда шли обратно на восток. И везли они домой героев, людей, победивших фашизм. Казалось, что жизнь вернулась в прежнее русло. Но только не вернулись в нее, в эту жизнь. 20 миллионов расстрелянных, удушенных в газовых камерах, погибших на суше, в небе, в море. А сколько среди них было детей, обыкновенных девчонок и мальчишек, чье детство было перечеркнуто страшным словом «война». Эта пьеса посвящается всем детям. Руководителю Наталье Викторовне Резниковой. Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Но мы ее помним, чтим, мы преклоняемся перед всеми павшими героями. Мы не хотим, чтобы гибли люди, мы не хотим, чтобы матери не дожидались своих сыновей, чтобы жены теряли своих мужей. Мы этого не хотим. Нам нужен мир на голубой планете. Его хотят и взрослые, и дети. Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. Нам нужен мир, чтобы строить города, сажать деревья и работать в поле. Его хотят все люди доброй воли. Нам нужен мир навеки, навсегда. Thank you.
Выслушали. Спасибо большое, что мы были у вас в гостях. Нам всегда очень радостно, нам всегда хочется сюда приезжать. Ну а вам, дорогие друзья, мы желаем крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, радуйте нас своим пребыванием. Спасибо, что вы есть. И вам спасибо. И еще с наступающим праздником. Раз. Много сказали о тех, кто защищал, о мужчинах, женщинах. Рассказали о тех, кто не мог защищать свою родину, но оказался в лапах фашистов. Наша ассоциация присутствует здесь, и мы хотим от нашей ассоциации бывших детей, сидящих в немецких концлагерях, кусочек которого вы здесь видели благодаря этой замечательной школе, которая сотрудничает с нами, принимает нас и действительно понимает наше пережитое прошлое. Мы хотим поблагодарить эту школу в лице директора, в лице руководителей этих мероприятий, которые они проводили для нас с вами. Мы ветераны. Мы многое знаем о том, что было в нашей жизни, и что больше никогда этого не повторилось. Передаем, награждаем директору, вручаем директору, но ее сегодня нет, Мельниковой Вере Васильевне. Это именно за помощь и участие в торжественном мероприятии, которое мы проводили у них в Ишме в дни Холокоста. Это январь месяц. Это день освобождения из Освенцима, день освобождения Ленинграда от нацистского произвола. Это день, который мы будем помнить до конца своих дней. И еще директору школы Вере Васильевне Мельниковой за участие в торжественном сегодняшнем мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества в рамках встреч «Освободители и освобожденные», организованном ассоциацией бывших несовершеннолетних узников гетто и нацистских концлагерей. Письмо хотим вручить Резниковой Наталье Викторовне за участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества в рамках встреч «Освободители и освобожденные», организованной Свердловской областной ассоциацией бывших малолетних узников гетто и нацистских концлагерей. Председатель Семен Исакович Спектр. Мне позвольте, пожалуйста, еще раз представить наших артистов. Перед вами девушки, вокальная студия «Соль» и руководитель, замечательная женщина Людмила Геннадьевна Плотникова. На втором плане театральная студия под руководством Натальи Викторовны Резниковой, театральная студия школы номер 1. И в гостях у вас была Пушницкая средняя общеобразовательная школа номер 1. Спасибо вам. Уважаемые студенты, разрешите от имени администрации госпиталя, от имени социально-культурного центра поблагодарить замечательный коллектив, всех ребят, молодцы, браво, так держать. И спасибо, мы ждем вас еще. И хочу вас напомнить, что там в фойе есть книга отзывов и предложений. Пожалуйста, если не трудно, если понравился концерт, оставьте пару строчек. Это будет приятно и полезно всем. Спасибо большое. С праздником еще раз.